на ковре «Б», претенденты на высшую награду «Золотую медаль» весовой категории до 55 килограммов. Борцы, представляющие команду Бурятии: Алдар Мункуев, Андрей Гатаулин. Кандидаты в мастера спорта. Прошла встреча наших двух спортсменов весовой категории 55 килограмм. Это Андрей Гатаулин и Мункуев Чингис. Вся встреча, вся схватка закончилась в первом периоде. Ну, конечно, Андрей, он член сборной команды Российской Федерации, уже более опытный и... уже несколько раз выиграл несколько международных турниров, был очень много, по-моему, 9 раз он становился призером первенства России. Один из опытнейших борцов наших и, как говорится, звездочка наша. Вот он выиграл эту встречу 10-0 и стал чемпионом в этой весовой категории 55 килограмм. Мункуев Алдар, он у нас 2000 года рождения. В этом году он переходит в категорию юниоров. Ну, я думаю, у него все впереди, еще наверстает. Молодой, на фоне Андрея Гатаулина, он еще молодой, в общем. Ему еще много... Да, но для того же Мункуева, да, какой хороший опыт, да, здесь вот он поборолся, вошел в финал и поборолся... С Андреем, здесь, в этой схватке. За третье место на третью пьедестал приглашается Антон Якуменко, Красноярский край, Ербулан Сыркытбаев, Казахстан. Второе место, серебряную медаль завоевал Алдар Мункуев, Бурятия. Награждается диплом второй степени денежным призом. И победитель Андрей Гатаулин, Республика Бурятия, награждается золотой медалью, дипломом первой степени и денежным призом. Награждение победителей призера проводит президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Сергей Жалсаныч Замбалов. Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия награждает Владимира Александровича Дмитриева за большой вклад в развитие спортивной борьбы в Республике Бурятия. Искренне желаем вам, Дмитрий Александрович, крепкого здоровья, успехов в работе. С уважением, президент Федерации Сергей Замбалов.